Мурманская область, даже несмотря на непростые экономические условия, продолжит развитие рыбного промысла и рыбопереработки. Уже приняты важные поправки в закон о прибрежном лове. Сейчас совместно с Росрыболовством дорабатывается закон о любительском рыболовстве. В Федеральное министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики представлены предложения по поддержке регионального судоремонта. Кроме того, в современных экономических условиях открываются перспективы для реализации отложенных проектов. Очевидно совершенно, что у каждой компании есть значительное количество таких проектов, которые можно сейчас набор господдержки получить, чтобы столкнуть с мертвой точкой то, что до этого так, ну, там, не летало или этому не было такого акцентированного внимания. В прошлом году заполярным рыбакам удалось увеличить объем добычи на 8% до 650 тысяч тонн. 112 тысяч тонн выловили уже с начала этого года. Вырос на 12% и объем производства на предприятиях аквакультуры. В регионе на сегодняшний день в промышленном и прибрежном рыболовстве работают 140 предприятий и порядка 7 тысяч человек. Однако отрасль всегда испытывает кадровый голод. Решить этот вопрос помогут совместные инвестиции в профессиональное образование. Всеволод Краснов, Николай Лукинов, ТВ-21+.